Здравствуйте, дорогие наши зрители. Сегодня у нас ролик про, наверное, самые избитые места Таллина, а именно про старый город Таллин. Я скажу честно, я не особо люблю снимать такие ролики про вот действительно забитые до нельзя туристические места. Но, правда, иногда всегда удается что-нибудь там таких у них найти, какие-то свои фишки. Поэтому, ну, все равно мы из каждой поездки отдаем дань традиции, один такой снимаем. Здесь приходится озвучивать за кадром, потому что происходил митинг, и, собственно говоря, перекричать этот митинг было достаточно тяжело. Я вначале думал, что нормально запишется речь, но оказалось, что не совсем. А в Таллине будет еще тяжелее снимать ролик про старый город, потому что, как вы знаете, мы сами из Риги, и поэтому снимать ролик про Таллин для нас достаточно тяжело по той простой причине, что Таллин и Рига, в принципе, два города близнеца-брата. Потому что архитектура похожа, архитектура, ну, оба газдейских города, оба немецких средневековых города. В них очень много похожего. Если не знаешь, где ты находишься, и вот взять человека и поставить его не местного. Местный это, наверное, знает, но вот, например, не рижанина, который недостаточно часто бывал в Старой Риге, поставить в Старом Таллине и закрыть все названия улочек, чтобы он не видел названия, человек, в принципе, не определит, где он находится, Старая Рига или Старый Таллин. Настолько они похожи. Но одновременно эти два старых города еще и разные. Вот сейчас мы поднимаемся по лестнице Майера в старый город. И вот это уже самое первое отличие, то, что старый Таллин, он более рельефный. Старая Рига, она плоская, старый Таллин более рельефный. Второе такое важное отличие между данными городами, то, что в Таллине достаточно неплохо сохранилась крепостная стена, сохранились башни. В Риге крепостная стена практически вся была уничтожена, и остались только какие-то незначительные фрагменты, ну и та же самая пороховая башня, которая, скажем честно, по сравнению с башнями Таллина, выглядит, ну, скромненько, скажем так. Вот фрагменты башен и стены Таллина видны. Мы уже не спеша приближаемся к входу в старый город. Ну и третий момент, который отличает старую Ригу от старого Таллина, то, что, ну, Рига была главным городом азиатских земель у немцев, и поэтому, скажем так, при всей схожести в Риге несколько побогаче, а в Таллине побольше сохранился старый город. Если то расценивать как старый город, как более большой и разнообразный, то это Таллин. Если брать какие-то более знаковые объекты, то это Рига. К примеру, в Таллине, ну, нет такого количества объектов, как, например, церковь Петра, Домский собор, или там ратуша Рижская и дом Черноголовых. Они такие более помпезные, более значимые, потому что, ну, Рига была более крупный город. А вот как сам сохранившийся по наше время старый город Таллина, да, конечно, он больше, он гораздо более объемнее. И вот сейчас, поскольку, опять же, прошло 20 лет с последнего моего визита в старый Таллин, будет интересно посмотреть, потому что последние воспоминания достаточно старые, что изменилось, что осталось так же, как живут и чувствуют себя эти старые улицы. Но, как мы видим, главный символ Таллина находится сейчас в строительных лесах. Его ремонтируют. И это хорошо, значит, какая-то движуха в старом городе происходит. Ну что ж, вперед, посмотрим. Идемте на прогулку по старому городу. Итак, мы находимся все уже в пределах старого города. Как уже говорили, старый город многоярусен. Вот в старом городе великолепно себе живет православная церковь. Так. И вот мы сейчас направимся на Ратушную площадь. Ратушная площадь, это, собственно говоря, центр, сердце любого средневекового города. Собственно говоря, я вам не открыл Америку этим, вы уже это давно знаете, но посмотрим на Ратушную площадь Таллина. На Ратушной площади Таллина я бывал до этого, поэтому тоже будет интересно, как она выглядит после всех этих лет. Но вот до нее еще надо добраться. И что мы видим, мы проходим через ворота в
крепостной стене. Это так называемый садик датского короля. Вот фигурки монахов. Вот водички. Ну, вот так вот, хорошо сохранившееся, достаточно типовое местечко в средневековом городе. Вот, соответственно, вниз отходят улочки, вот туда отходят улочки. С этого места хорошая достаточно панорама открывается. И для антуража установлены скульптурки средневековым монахом. Хотя такие места есть много где, в любых практически замках, сохранившихся и городах средневековых, где эти стены сохранились. Вот, собственно говоря, ничего особо так сильно не отличается. Туристы бегают, но вот такие вот оригинальные стоят скульптурки вот этих монахов средневековых. Но мы направляемся далее. И вот тоже вот что-то смелое весьма решение решили вот этой башне добавить панорамные стекла. Потому что я на 100% уверен, что этих таких стекол не было. В средние века вряд ли кто-то в башню вставлял такие стекла. Во-первых, потому что стекло было очень дорогой материал. Во-вторых, потому что это непрактично для ведения оборонных действий и других мероприятий. Но сейчас стали, как вы видите, видно, что электричество, вот что-то тоже. Эстонцы не особо парятся на эту тему и делают так, как оно практично и удобно. Вот это Kick in the Kirk, это вот музей арсенала. И вот пушечка стоит, артиллерийский музей, вот пушечка стоит, и вот можно вот так вот тут побродить. И вот видно, вот что хорошо, вот тоже вот с этих вот высоких точек можно заглядывать во дворы средневековые. Ну, не средневековые, они уже современные. Сейчас, я надеюсь, я во двор не прилечу в виде снаряда, потому что толпы туристов растоптали. Но вот как раз вот открывается возможность снять изнутри вот эти дворики сверху, да, и зачастую, когда вот эти дворики, ну тут, он, к сожалению, не особо населенный, этот дворик, это, наверное, какой-то, судя по запахам, дворик внутренний какого-то ресторанчика, и вот в этих двориках можно увидеть достаточно интересные сценки, которые не доступны с улиц. То, что часто, вот как вы видите, вот эти подворотни, они закрыты, и вот единственный способ пробраться в этот дворик и заглянуть, что в нем происходит, только сверху. И вот бывают очень забавные сочетания несовместимого, потому что люди не задумываются о том, что их видят сверху. Так, продолжаем наше движение по старому городу Таллина. И вот все эти лесенки, все эти переходы между различными локациями, причем что тоже забавно, что часто ты даже не знаешь, куда тебя это дело выведет. Вот о чем я говорил, вот дворики, вот следы жизни, существования, как я здесь понимаю, здесь даже простых таллинцев, которые живут в старом городе, вот у них здесь квартиры и они здесь живут. И вот, прогуливаясь по этим возвышениям, можно заглянуть, посмотреть стенки из жизни простого народа, который живет в старом городе. Таллин, старый Таллин, он достаточно живой здесь, да, здесь живут люди. Ну, вот так уж получилось, что у них здесь квартиры, и далеко не все здания были перестроены под туристическую инфраструктуру или, ну, офисные здания нет смысла, потому что, как вы сами сможете убедиться, у нас будет большой ролик про офисную структуру, которую построили прямо рядом с центром. То есть в старой Риге, в старой Таллине, извините, автоматически уже Рига, говорю, открывать какую-то офисную инфраструктуру без крайней нужды нет, вообще никакой нужды. Каламбурчик аж получился, то поэтому оно заполняется либо съемным жильем, либо жилые, ну, рестораны там еще всякие. И вот как раз вот тыльные стороны, вот можно погулять. Но вот все-таки старый Таллин, и вот это не местами, он достаточно пошарпан. Он весьма сильно пошарпан.
И не обижайтесь, сталинцы, но вот немножко подзапустили вы город. Да, конечно, очень много, кстати, где ведут, точнее, не запустили не город, а именно старый город. То, что в остальном все, что мы видели, достаточно хорошо и вычищено. Почему именно старый город так обделили вниманием? Вот сложно сказать. Может быть, действительно, как-то получилось так, что пока занимались остальным, немножко подзапустилось это. Сложно сказать. Но вот, тут вот видно, что идут реставрационные работы, а вот соседние домики, они так уже бы, ну, все-таки нуждались бы в какой-то обработке, скажем так. И вот в старом городе парковка 2,5 евро за полчаса. И что тоже отличительная черта старого Таллина от старой Риги. В старой Риге движение... Марина, там едет машина. Движение всего, кроме туристов и какого-то спецтранспорта, сведено к минимуму. И чтобы вот так вот катилось по такси по старой Риге, ну, бывает, но это редкость. В основном их всех стараются оттуда убрать, и чтобы они не мешали бы туристам. Ну, а только подвоз продуктов, и то со спецразрешением. Да, можно заехать, но там я знаю, что есть какие-то заморочки. В старом Таллине, как я вижу, по крайней мере, я не вижу никаких препятствий к тому, что если я располагаю 5 евро денежных средств, то я могу спокойненько заехать в старый Таллин, заплатить 2,5 евро за полчаса и радостно наслаждаться жизнью, гулять, ездить по Таллину, мешать туристам и запарковать свою машину в любом месте, которое мне надо, нужно, потому что далеко не все, я более чем уверен, из того, что здесь запарковано, оно является транспортом, необходимым для поддержки инфраструктуры старого города. Многое сюда, думаю, просто приехало, тем более, что 5 евро являются не такими великими деньгами. И вот, чтобы, вы видите, попадает вот все больше и больше домиков в кадры. И вот на большинстве есть вот действительно следы пошарпанности. Так, Town Hall Square. Плац, вот все-таки попытаемся добраться до Ратушной площади. Town Hall Square Plats, как я понимаю, это вот сюда. Ну что ж, посмотрим, что из себя представляет Ратушная площадь. Так, мы подходим к Ратушной площади. Ратушная площадь является сердцем любого средневекового города. Неважно, будь то Таллин, Рига или Кёльн, или какой-нибудь другой город, который строился по средневековым лекалам. А, собственно говоря, точно такая же Ратушная площадь есть и в Варшаве, есть и в Кракове, и в Братиславе, и везде, и в Вене. Это то, где происходила жизнь средневекового города. И вот мы сейчас не спеша выходим на Ратушную площадь Таллина. И вот, вот как раз здание возле Ратушной площади. Собственно говоря, все тоже абсолютно стандартно. Значит, единственное, что если вот так вот сравнивать, вот опять же видно, что Таллин был не центральным городом у крестоносцев Прибалтики Ливонского ордена, то, что Ратушная площадь Таллина, она заметно меньше Ратушной площади Риги. И, скажем, если, ну, так, я не знаю, сложно сказать навскидку, ну, наверное, раза в два, что подтверждает те факты, что Рига была более крупным городом, центральным городом крестоносцев. Ну и само вот здание тоже такое поменьше. Но это не отменяет того, что все очень, архитектура красивая, да, и вот опять же даже на Ратушной площади кое-где требовало бы подлатать, потому что видно, что отваливается кое-где штукатурка вот на здании Тройка, к примеру, или Югенгемая, вот, который рядом с ним.
синенькая. Но в целом и в общем, конечно, сама архитектура шикарная. И старый город Таллина, он так навскидку, наверное, все-таки даже побольше старого города Риги. Скорее всего, тут связано с тем, что не все сохранилось, но побольше. И вот на шпиле, это о чем я говорил, отличие, если в Риге сидят золотые петушки на шпиле, здесь старый Томас, символ Таллина. А так в основном все на Ратушной площади, что все, что везде, все, что везде. Ресторанчики, сувенирчики. И вот, как неудивительно, Ванна Томас ресторанчик, старый Томас, пиццерия. Ну, собственно говоря, стандартный набор для любой точки земного шара. Ну что ж, продолжим нашу экскурсию по старому городу. Главный лейтмотив, прогуливаясь по старому Таллину, это то, что, вот я говорю, меня не покидает ощущение, что мы не уезжали из Риги. То есть, ну, настолько похожа архитектура, классная, но очень похожа. Причем практически вот любое здание, которое вот есть вот такого типа, вы ловите в Риге. То есть, нюансами оно, может быть, будет отличаться, но не сильно. Вот сейчас нам в кадр попадает посольство России. И в Риге посольство России находится за пределами, но оно в центре, но за пределами старого города, но оно забор подальше, но в принципе все то же самое, да, и это не только в Латвии, это не только в Эстонии, это по всему миру. Посольство России, это наглядная сейчас выставка под открытым небом войны России против Украины. Будем называть это, вы сами видите, что здесь, какие надписи, да, то есть какие фотографии. Вот, конечно, россияне продолжают считать, что все это пропаганда и все это ложь и вранье, но вот тут посольство расположилось прямо на туристических тропах, и вот, как вы видите, туристы могут и изучать. Так что вот такая вот у дорогих россиян сейчас новая реальность, в которой им надо привыкать и жить. То есть за пределами России, как к поддерживающим режиму будут относиться, я думаю, вы можете вот сделать выводы по одному такому коротенькому ролику. Причем продолжаем прогулку по старому Таллину. Собственно говоря, ничего кардинально не меняется. Такие же красивые средневековая архитектура, но также вот много местами нуждается немножко подшаманить. Но вот стиль, да, стиль одинаковый, он, конечно, красивый, и видно, что кое-где вот собираются уже вот фасадные работы проводятся. Это хорошо, потому что если все это дело довести до ума и отреставрировать, то старый Таллин, он намного более туристическим потенциалом обладает и привлекательностью, чем старая Рига, просто его реально больше, и он, скажем, не скажу, что все эти средневековые дома более, ну, особо разнообразны, они в принципе-то достаточно типовые все, и увидев вот очередное подтверждение тому, что все-таки и в Эстонии поняли, что, наверное, старый город чуть-чуть подзапустился и надо что-то делать, потому что вот практически на каждом углу это видно, и старый город – это визитка страны, потому что все туристы, которые приезжают, они могут не быть там, например, в парке Кадриорг, могут не поехать туда, могут не поехать сюда, могут не пойти на колесо обозрения или там музеи, но в старом городе, от Ратушной площади, по старому городу пройдутся все. Поэтому, ну, вот таких вот вещей, которые попадают в кадр практически на каждом втором, третьем здании, в старом городе быть не должно. И, ну, вот, что обнадеживает, что вот действительно идут активные ремонтные работы. Ну, и есть надежда, что старый Таллин
через пару лет будет выглядеть подшаманенным, подреставрированным и очень-очень живеньким и красивеньким. Потому что в этих, когда здесь все починено и подлатано, в этих маленьких улочках есть свой определенный шарм, особенно если еще лето, тепло, то прогуливаясь по ним, испытываешь особое ощущение. Сейчас хоть и середина апреля, но надо делать поправку на широту Таллина, что это все-таки достаточно северный город, но вот даже сейчас очень приятное время для прогулочки, такой неспешный, спокойный и хорошей прогулочки по старому городу. Так что потенциал у старого Таллина огромный. Мне, как честно говоря, как потенциал патриоту все-таки своего города, в котором ты живешь, хотел чуть ли сказать родился, но не родился-то я не в Риге, родился я в Белоруссии, вот, то несколько обидно, когда туристы говорят, да, старый Таллин, это да, а вот старая Рига, ну так, на полчасика, на коротенько. И вот действительно, да, когда вот ты начинаешь прогуливаться по старому Таллину, действительно ты видишь, что он намного-намного больше, чем старая Рига. И учитывая еще тот момент, что в нем сохранились крепостные стены, то он выглядит, скажем так, более целостно и более похоже на такой более аутентичный. Вот местами здесь есть, вот где видно, что даже дворы реставрированы, но это уже частные инициативы и частные владения. Так что потенциал туристический, конечно, да, тут я вынужден признать, что туристический потенциал у старого Таллина со старой Ригой, конечно, не сравнить. Тут просто хотя бы за счет того, что тупо можно вместить больше туристов. Но вот, как я говорил, есть некоторые моменты, которые я упорно не могу понять. Но это с чужим уставом, со своим уставом в чужой монастырь не лезет. И вот, в частности, что меня больше всего удивляет, вот это вот запаркованные машинами старый город. Да? То есть в старой Риге этого нету. Машин, вот, да, предположить, чтобы на улицах старой Риги вот так были бы запаркованы машины одна за одной, мне, честно говоря, тяжело. Это вот у меня в голове не укладывается.